Идите сюда! Ну что вы, скорее! Вы так все пропустите! Какой-то веселый мужчина в белом халате хватает вас за рукав. На его чистой униформе, все еще едко пахнущей порошком, болтается бейдж с надписью «Людовика Нуцци», научный аналитик отдела экспорта. Смотрите туда! Резким размашистым жестом он указывает куда-то наверх и дает вам армейский бинокль. Ученые непонимающе смотрят на вас, а затем переводят взгляд на свой халат. А, это! Он оглушительно смеется. Людовика указывает на корпус станции за своей спиной. Я работаю на Содружестве. Досматриваю реликты. Моя задача — относить найденные предметы к той или иной группе редкости. Потом синие их упаковывают, серебряные пишут документацию, а оранжевые везут их на грузовую капсулу. Вот как эта, на которой вы прибыли. Нуцци показывает вверх. А потом капсула с реликтами уезжает вон туда, прямо на шпиль. Затем в Crystal Sands по фуникулеру. Реликты попадают на аукцион и превращаются в деньги. Не то чтобы я всегда это одобрял, но все мы любим получать хорошую зарплату, да? Он снова протягивает вам бинокль. Хотите посмотреть на шпиль? Это интересно. Хотя, нет, вот эта пустынная буря, она в разы интереснее. Вы подносите бинокль к глазам. При четырехкратном приближении вихрь над рыжими равнинами выглядит еще более странно. Его сердцевина горит мерцающим зеленым светом. Вспышки ритмичны, и этот ритм кажется частью какой-то сложной последовательности. Нуцци наклоняется к вашему уху. Потрясающе! Хотите, принесу светофильтры? Если отсечь красные и голубой спектры, мы увидим нечто удивительное. Это как будто сигнал! Послание! А я не знаю. Людовика смеется и выхватывает бинокль у вас из рук. Поднеся окуляры к глазам, он настраивает резкость. Просто какой-то вихрь к северу от Содружества. И это не просто пустынный смерч. Это аномалия! Надеюсь, он не скоро закончится, и я смогу понаблюдать за ним. Нуцци смотрит на вас, на капсулу и на дверь посадочного терминала. Он всплескивает руками. О, мисс Гузи, простите, ради бога. Конечно, вам лучше зайти, не то опоздаете на регистрацию. Ваши коллеги уже внутри, да и буря усиливается. Да, буря усиливается. Зачарованно бормочет Белый, поднеся бинокль к глазам и глядя на крутящийся вихрь.
Просто прекрасно, мистер Монти Джеймс. С таким везением вам лучше не играть в лотерею. Сотрудник, пройдите к стойке для регистрации. Скоро купол превратится в большую тюрьму. Господин Рейхет, не принесете мне... Приветик! Пока-пока! Код вашего селектрона не авторизован. Обратитесь на стойку администратора для регистрации. Слушаю. Work with.
Хорошего тебе дня. Высокий администратор со скучающим, надменным лицом наблюдает за вами из-за своей стойки. Он подзывает вас нетерпеливым жестом. Ваша оранжевая униформа вызывает у администратора неподдельное отвращение. Он молча кивает, словно не желая тратить на вас слова. На его груди отливающая металлическим блеском нашивка с именем Дин Рейхет. Администратор хлопает себя по лбу, будто что-то вспомнив. Чуть не забыл. Регламентное приветствие перед регистрацией. Секунду. Рейхет извлекает из-под стойки катушечный магнитофон, быстро перематывает пленку на начало и жмет на кнопку play. Динамики раздражаются хрустом, сквозь который слышится нарастающий стук метронома. Из магнитофона начинает играть торжественная музыка. Лицо администратора принимает серьезное выражение. Дорогой сотрудник, я, администратор Дин Рейхет, от лица корпорации Кронус приветствую вас под куполом. Администратор откашливается и продолжает. Присоединившись к нашей компании, вы избрали путь науки и прогресса. Вы стоите в ряду лучших людей человечества, и мы просим вас быть достойными этого звания. Дин украдкой подсматривает в монитор. Быть достойным этого звания, делайте работу честно, соблюдайте закон, уважайте коллег и... Музыка утихает, и последние слова... Администратор договаривает уже в тишине. И вместе мы построим лучшее будущее для всего человечества. Дин убирает магнитофон. С приветствием разобрались. Сейчас я вас зарегистрирую и прошью ваш селектрон. Вы готовы? Дин раздраженно морщится. Вот, давайте зарегистрируемся, и я все объясню. Дин нетерпеливо пощелкивает кнопками терминала. Ваше имя и возраст. Руки Дина зависают над клавиатурой терминала. Администратор кивает вам. Вы с трудом протискиваетесь в узенькое окошечко и, перегнувшись через стойку ресепшена, вбиваете свои данные в анкету. Введя команду «Просит», вы возвращаетесь на свое место. Недовольно бормоча себе под нос, Дин придвигается обратно к терминалу. Рейхет пробегает взглядом по экрану компьютера. Итак, ваше место в очереди было 63784. Вы зачислены в штат сотрудников станции «Магеллан», куда после серии инструктажей вас доставит специальный автобус. Ваш селектрон, пожалуйста. Я обновлю прошивку. Дин прикладывает разъем вашего пропуска к углублению на корпусе своего компьютера. Администратор кладет ваш селектрон на стойку и пододвигает его к вам. Эта прошивка дает доступ ко всей оранжевой инфраструктуре. Специальный лифт, который, правда, не работает. Жилая зона, хозяйственные комнаты. Ну и ограниченный доступ в некоторые помещения для их уборки. И, пожалуйста, не пытайтесь прошить селектрон самостоятельно. Дин продолжает. У каждого новоприбывшего сотрудника есть несколько обязательных задач.
Я могу рассказать вам о каждой кратко или в подробностях. Рэхет кивает и разгибает палец на руке. Первое. Вам нужен комплект полевой формы. Обратитесь к Сидни Мейнарду, он выдаст вам снаряжение. Дин разгибает второй палец. Второе. Средства самообороны. Вам не положено настоящее оружие, таковы правила. Но вы все равно должны уметь с ним обращаться. Подойдите к госпоже Маргарите Ткаченко. После этого вас отправят на полигон. Уж постарайтесь не убить инструктора. Администратор смотрит на вас и разгибает третий палец. В соответствии с последними распоряжениями, все сотрудники должны пройти инструктаж по использованию пси-способностей. Обратитесь к инструктору Андрею Михайлову. Дин разгибает четвертый палец и со значением смотрит на вас. Я говорил про боевую и тактическую подготовку. Четвертый шаг – это посещение инструктора Винстона Боттерби. И последнее. Все мы работаем здесь ради науки. Обратитесь к профессору Ван Алдену. Он научит вас исследовать реликты, избегать аномалий, систематизировать научные знания. Это обязательно для всех крыльев, не только для белого. Заканчивает Дин. Он спохватывается. Ах да, как закончите подготовку, проходите в зал ожидания и ждите своего автобуса, который отвезет вас на Магеллан. Серебряный вновь одаривает вас уничижительным взглядом. Прямо и налево. Только не создавайте проблем. Почти отвернувшись, Дин спохватывается и уточняет. Да, и я переслал предназначенную вам почту на ваш Каэрус. Проверьте входящий. Вот теперь вроде все. Honest work will make the world a better place. World, a better place. Корпорация Кронус напоминает, пользуйтесь общественными терминалами для доступа к своей учетной записи. Спасибо.
Господин Рейхит. Надеюсь, еще увидимся. Attention, attention, please handle relics carefully. In case of damage, your life will be forfeit. Корпорация Кронус напоминает, пользуйтесь общественными терминалами для доступа к своей учетной записи. Спасибо. Господин Крачков, что-то срочное? Каторжина, ты опять поставила первую группу вместо второй? Смотри, вот данные сканера. Написано «реликтовый научный прибор». Постойте, но ведь это все равно первая группа. Я не могу нарушать правила. Каторжина, солнышко, ты можешь нарушить правила во благо компании. Ориентируйся на заключение других оценщиков. Подредактируй отчет, если нужно. И не будь ты такой наивной девочкой. Владимир, я все. Как маркируем? Вторая группа. Хрупкая. Скажи Нгуэн, что реликт должен уехать сегодняшним рейсом. Подумай. Реликт второй группы принесет компании больше денег, а ты получишь прибавку к жалованию. Вторая группа – способ выйти на закрытые государственные торги. Думаю, его купят британцы. Они вечно хотят нас обогнать. Хорошо, господин Крачков. Я поправлю отчет. Карл, закрытые торги. Добавь маркировку. Attention, please handle relics carefully. In case of damage, your life will be forfeit.
Ну, здравствуй. Пока-пока. За складской стойкой вы видите маленького опрятного паренька с рыжеватыми волосами, поблескивающими от бриолина. На его бейджи указаны имя и должность. Сидни Мейнард, кладовщик. Вы подходите, и серебряное оживляется. Из-под стойки тут же появляется толстая тетрадь. Сидни надевает толстые очки, делающие его похожим на столетнего старика, и всматривается в разлинованные страницы. Серебряный постукивает пальцем по стеклу. Протяните руки в окошечко, я сниму с вас наручники. Да, вот так. Как я понимаю, форму вы еще не получали. И, кстати, я не только выдаю инвентарь, но и продаю снаряжение. Желаете? Мейнард по-деловому поправляет очки. Прежде чем я выдам вам форму, прослушайте короткий инструктаж. Сидни поправляет прическу. Итак, не стану скрывать. Под куполом может быть опасно. В вас могут выстрелить, вы можете пролить на себя кислоту, получить удар током или попасть под воздействие аномалии. Вы также можете замерзнуть насмерть или поджариться заживо. Вот почему важно носить снаряжение, защищающее вас от угроз внешнего мира. Разумеется, в процессе эксплуатации экипировка пострадает, а чем больше страдает экипировка, тем чаще придется ее ремонтировать. Серебряный отступает в сторону от стойки, давая вам рассмотреть коробки с ремонтными наборами, лежащие в глубине склада. Он указывает куда-то на полки, стоящие за его спиной. У нас есть ремонтные комплекты для починки экипировки. Разумеется, на крупных базах есть специалисты из синего крыла, готовые помочь вам. Но они не всегда доступны, поэтому учитесь пользоваться ремонтными наборами и верстаками. Это полезный навык. Сидни кладет тетрадь на стол. Это весь инструктаж. Теперь я могу передать вам форму. Серебряный ненадолго уходит вглубь склада и возвращается с небольшим свертком в руках. Развернув сверток, Мейнард демонстрирует вам комплект новой униформы. Сидни ощупывает оранжевую куртку, штаны и грубые ботинки. Джекпот! Ваш комплект совершенно новый. Да, не удивляйтесь, некоторым достаются только обноски. Он поднимает палец. Важный момент. В соответствии с приказом 16-225, шлемы и перчатки не выдаются. Но вы можете приобрести их у меня. Напоминаю, что полноценный комплект снаряжения состоит из головного убора или маски, верхней одежды, штанов, перчаток и обуви. Сидни передает вам сверток. Ваша форма. Приятного использования.
Attention, attention. Please handle relics carefully. In case of damage, your life will be forfeit. Мейнард вновь нацепляет очки. Вы? Я вроде выдал вам форму. Чем-то еще могу помочь? Лицо Серебряного принимает серьезное выражение. Ничего не могу поделать. Приказ об оптимизации затрат. Но вы можете приобрести эти предметы снаряжения у меня. По рыночной цене, конечно, но все же. Сидни что-то записывает в свою тетрадку. Обращайтесь, если что-то понадобится. Attention, attention. Please handle relics carefully. In case of damage, your life will be forfeit. Attention, attention. Please handle relics carefully. In case of damage, your life will be forfeit. Remember, our honest work will make the world a better place. World, a better place. Attention, attention. Please handle relics carefully. In case of damage, your life will be forfeit. Your reliable guide to the world.
Honest work will make the world a better place. World, a better place. Attention, attention. Please handle relics carefully. In case of damage, your life will be forfeit. Я пожалуюсь с Серебряным на этого придурка. Пусть меры примут. Ненавижу этих оранжевых. Но зачем замки ломать? От этой высокой, полноватой и крупной женщины за метр пахнет хорошим табаком. На стойке перед ней лежит лакированная черная трубка, пухлая тетрадь с росписями и металлический перекидной календарик. Рядом стоит маленькая табличка с именем Маргарита Ткаченко. Женщина поправляет медно-рыжие волосы и небрежно закуривает. Чем обязана? Голос у нее низкий, густой, как смола. Услышав вашу просьбу, Маргарита перелистывает свою тетрадь на пару страниц назад. Вижу первичное получение. Она зачем-то заглядывает в свой каэрус, смотрит на вас, хмыкает и отходит к полкам. Ткаченко возвращается через пару минут. Устройство в ее руках похоже на большой пневмостеплер. Она смотрит то на устройство, то на вас, наслаждаясь эффектом. Вот такая штука. Называется крауд. Пневматический пистолет для скопа гвоздей. Не оружие, но когда вам оранжевым это мешало? Видно, что Ткаченко демонстрирует это устройство не в первый раз. Она показывает вам, как вставляется пневмобаллон и как воздух нагнетается внутрь корпуса, формируя необходимое для выстрела давление. Закончив с демонстрацией, она кладет оружие на стойку. Маргарита затягивается трубкой и выпускает клуб густого желтого дыма. Вижу, правила ты знаешь, и проблем с тобой не будет. Ткаченко попыхивает трубкой. По мне, так сплошные плюсы. Ты никого не застрелишь, да и патронов крауд не требует. Очень практичная вещь.
Видно, что черная обескуражена вопросом. Не выпуская трубки изо рта, она разводит руками. Попыхивая трубкой, оружейница равнодушно пожимает плечами. Было бы за что. У нас директива от серебряных. Бесплатно выдается всякий хлам. Если хочешь что-то нормальное, тебе прямая дорога в оружейный магазин. Ну или ко мне. Распишись пока. И вот еще что. Маргарита указывает на гвоздемет у вас в руках и дает несколько баллонов. Туда не только гвозди можно заряжать. Камушки, стекло, гайки, монетки. Можешь воевать без всяких патронов. А вот баллоны выдаются под расписку, которую ты у этих бюрократов хрен получишь. Так что если баллоны нужны, ищи, выменивай или самостоятельно делай. Полезное умение пригодится. Высунувшись из окошечка оружейной, черная неопределенным жестом указывает куда-то в сторону. У тебя сейчас инструктаж будет? Ищи большие ворота, Боттерби тебя уже ждет. Если что, он слегка с придурью, но мужик хороший. Но перед полигоном загляни к этому колдуну с зубочистками. Ты с ним внимательней, смотри, чтоб мозги тебе не пудрили. Всего никто же мне. Она брезгливо морщится. Attention, attention. Please handle relics carefully. In case of damage, your life will be forfeit.